Стиль музыки Степана Соболева трудно поддается определению. Это смешение совершенно разных жанров и направлений. На создание песен музыканта вдохновляют разные вещи, люди и моменты. Живешь, что-то переживаешь, чувствуешь, видишь, ощущаешь. Какие-то вот моменты, вот Саров, например, очень много песен написано в Сарове, вот, не знаю, идешь по лесу, гуляешь, и просто в голове начинает играть песня, уже вот она, уже пришла, и вот как-то раз. Либо что-то, какая-то фраза одна появилась, и от нее потом все вырастает, или какая-то музыкальная фраза, или четверостишье. Силой священной молитвы небо всевидящий взор, где-то на грани рассвета в лучах восходящего лета. Степан Соболев уехал из Сарова больше 10 лет назад. Однако, даже живя в Петербурге, он не забывает свой родной город и часто сюда приезжает. Степан отмечает изменения, которые произошли в творческом плане в Сарове со времени его отъезда. Например, появляются студии какие-то, появляются молодые музыканты, интересные музыканты. Их много. Постоянно происходит, вот, например, афиша событий идет. То есть, вот, например, сейчас каждый день будут концерты идти в Сарове. В планах у Степана писать новые песни, организовывать новые концерты, находить новые точки соприкосновения со слушателями. Как уверяет исполнитель, секрет успеха любого музыканта в постоянном саморазвитии. Если не будешь развиваться, все, ты остановишься на каком-то моменте, скажешь там, я доволен собой, все. Ну, ты пропадешь как артист, потому что настоящий артист всегда недоволен собой. Начинающим музыкантам Степан советует верить в то, что делаешь, верить искренне, упорно и до победного. Екатерина Пенова, Владимир Лисик, служба новостей Саров 24.